Морозная погода – не повод сидеть дома, если любишь спорт и стремишься к победе. Даже стабильный минус на улице – пустяки. Все, кто не представляет своей жизни без хоккея и знает толк в ледовых баталиях, собрались в минувшее воскресенье на хоккейной коробке у «Гармонии». Скучно дома сидеть. В любой мороз идем. Каждый день прихожу сюда, катаемся, играем. 43-40. Скорость, сила. Не знаю, я думаю, что... Все-таки побеждает команда, а не какой-то отдельный игрок. Идея спортивного семейного фестиваля пришлась по душе многим жителям нашего города. Воскресным днем на ровную гладь ледового корта вышло порядка 40 команд. Их разделили на дивизионы – семейные, а также дивизион мальчиков и девочек. Игры проходили в формате 3-3. Думаю, это очень даже хорошо для нашего города, потому что и так мало мероприятий. А тут сплоченность такая... Жители Кандалакша, а кроме жителей Кандалакша, участие принимают воспитанники санаторной школы из Зеленоборского, и приехало две команды из поселка Ревда. То есть гости есть, фестиваль состоялся, игра идет в 5 дивизионах, совсем скоро мы узнаем самых сильнейших в каждом из них. Пока одни гоняли шайбу, другие, чтобы не замерзнуть, активно участвовали в эстафетах, народных забавах и конкурсах. Тех, кто устал развлекаться и играть, волонтеры подчивали кашей, а после добровольцы сами устремились на лед, где провели небольшую согревающую зарядку. Хлеба и зрелищ хватило всем. Спортивный фестиваль – новая форма организации досуга в нашем городе. Но самое интересное и массовое позволяет вовлечь в занятия спортом и взрослых, и детей. А потому начинание будет продолжено до конца этой зимы. В Кандалакше планируется провести еще два хоккейных чемпионата. На этот раз на льду будут ждать дворовые команды.